участниками шведской экспедиции на викинг-боте мы случайно встретились в бухте Ласпи на южном берегу Крыма. Команда гребцов под руководством Хоггана Альтрока, новосозданная ими копии варяжского судна, прошла путь от Стокгольма до Санкт-Петербурга, а затем Херсона и Ялты по Финскому заливу, рекам, каналам, Черному морю. Хемингуэйва, такое красивое название получила эта лодка. Third trip with the Viking boat to Russia and Ukraine. First one I made in 1992 through Latvia and Belarus and to Ukraine to Kiev. The other one I made from Stockholm to Novgorod. And the third one I made from Novgorod to Kherson through Russia, Belarus and Ukraine. And then I've been in Russia and Ukraine once, and Georgia once, to look, prepare for this journey. Вот Хемингуэйва – это уже продолжение того путешествия, которое он начал 5 лет назад. We started the trip from Kherson in Ukraine, and we're going around Ukraine, arriving to Kerch in 10 days, and continuing to Georgia. Задача этой экспедиции основная – это изучение пути из Черного моря в Каспийское. То есть мы идем сейчас вокруг Украины всей, потом по российскому побережью заходим в реку Рионе и дальше Кура, река, и выходим в Баку, в Каспийское море. Задача главная – проверить, как в реках поведет себя этот корабль, может ли он преодолеть вот эти вот две реки, которые считаются для него, в общем, неподходящими. This Viking chief, he was the one who came longest way to in the eastern rivers. В эту бухту мореходы зашли, чтобы переждать встречный восточный ветер. Утром их вояж будет продолжен. Мы пригласили современных варягов на чашку чая. Вот этот Ингвар, которому посвящена эта экспедиция, его звали Ингвар Витфарн. Это был викинг, который дошел дальше всех. Вот вообще. Какой викинг? В 11-м. То есть, но у них это серьезная правда. То есть, вот викингская цивилизация, она развивалась, так, да, вот она, с ее центра, Норвегия, Дания, Швеция, вот три страны, где она как бы, да, и потом началась экспансия, где в 8-м, как бы, в 7-м веке, экспансия в Англию, значит, Франция, потом туда, Великобритания, Франция, в Россию вот сюда они пошли. И во все стороны, да, так. Потом норманов стали нанимать византийские, там, правители итальянские, они уже стали известны. И славянские. Потом. Ну, в общем, они в Средиземном они не господствовали никогда, там были просто дружины отдельные. Но вот в Балтику, да, вот они господствовали в Балтике, в Норвежском, в Северном морях. Ну и в конце концов они Англию как бы на несколько столетий скрутили. Но у них это уже чисто такой как бы вопрос трансцендентный, как бы, ну совсем уже так, кто дальше всех ушел. Вот, кажется, ребята, да, что Ингвар, ну, этих, ну вообще вот шведская историография, шведская, это особая историография, вот, которая занимается вот сагами вот этими. Вот, и вот этот Ингвар путешественник, кажется, вот дальше всех прошел. Потому что он дошел уже до мест как бы непредставимых, да, таких. Ну, для северного сознания. Ну, можно еще дойти там до Византии, но уже пройти по этим рекам на викингском корабле, то есть по Рионе и Куре как-то там, казаться там с грузинским царем, там, заключить договор и воевать с каким-то другим там царем. Mm-hmm. Ну, он с Багратом IV заключил договор, потом воевал с кем-то, и были разбиты варяги, и кажется, их след вообще исчезает на этом. Этой дружины, которая дошла оттуда. Но вот у них вот сейчас какая-то книга вышла некоего Матса Джи Ларсона, профессора, друга вот Хокана. Как раз. Ты переводишь со шведского? Нет, я ничего не... Нет, я просто, ну,
Ты говоришь, что у тебя несколько переводов есть. Перевожу я с английского романы всякие, из ямайского еще. И Хокович решил найти, да, след. Хокович. Или повторить. Да, понять просто, как можно там на такой воде продвинуться. Им главное сейчас дойти до этой Куры, Ирионе, и там уже понять, как это все. Оказаться в этих местах и понять, что это такое вообще. My first journey was with a 16.5 meters long boat, very big boat, Norwegian. 16.5 yes. And it was way too big for this river in Latvia, this Dina and Dagua river. So we stuck every day. We had problem with the depth of the water. The boat was too deep in the water and too heavy. We took one whole day to get it all up on land, just one boat length on land. So you have to have small boats to travel in this Russian and Russian rivers. В общем, тогда-то они поняли, когда они затащили в Доугаву 16-метровую ладью и поимели проблемы с осадкой ее, с вытаскиванием на берег, то они поняли, что не могли такие, что в России вообще из Балтики сюда по рекам ходили только суда маленькие. В общем, с умом можно идти по Черному морю, где-то пережидать. Понятно, что этот бот, он не выдержит страшных штормов. Такая маленькая. Но если с умом идти, шажок делаешь, раз, шторм, ты укрылся, пересидел, все, колбаску поел там, дальше пошел. Кому нужен будет результат твоих исследований? The result of your investigation. I've been working in museum, the National Antiquity Museum of National Antiquity in Sweden, and the Vasa Museum and the Maritime Historical Museum. В разных музеях он работал. Это продолжение исследований Матса Дживасана, который написал эту книгу. Вот его. Он пытается доказать его правильность его теории, что Ингвар мог дойти до таких судов до Баку. Пожелаем им успехов. Ялта. Дальнейшие планы экспедиции – достичь побережья Грузии, перетащить лодку из бассейна Ривни в бассейн Куры, пройти по Каспию и финишировать в Баку. Этот маршрут – историческая реконструкция самого дальнего похода викингов из Скандинавии на Кавказ, совершенного ими в XI веке. Happy way.